Он бросился на утек, едва услышав полицейскую сирену, даже пытался проехать сквозь пробку, не вышло, убежать тоже. Мужчина задержан, и показания дает странные. Имя и фамилия в базах данных не числится, отпечатки пальцев нигде не замечены. Говорит, что иностранец, но границу не пересекал. Наркотики в бардачке вроде бы настоящие, а вот машина вообще сплошная загадка. Автомашина, на которой ты был задержан, кому принадлежит? Знакомому. Как зовут знакомого? Сергей. О том, что машина находится в розыске, тебе было что-то известно? Нет. В салоне этого внедорожника все для взлома дорогих авто. Современные электронные приборы, глушилки GPS и GSM-сигналов, а в багажнике целый набор номерных знаков и российских, и зарубежных. Номера, из-за которых полицейские заинтересовались автомобилем, как оказалось, зарегистрированы совершенно на другое транспортное средство. И это не японский внедорожник, а немецкий седан представительского класса. Иномарка попала в федеральный розыск в начале декабря после ЧП, когда неизвестный водитель на пешеходном переходе сбил двух женщин. Зачем было крепить на машину знаки с такой историей, пока непонятно. Также не установлена личность водителя, род его занятий и возможное криминальное прошлое. Вопросов это деле гораздо больше, чем ответов. Сейчас полицейские устанавливают личность задержанного. Также не исключено, что внедорожник в угоне. Идентификационному номеру машина была везена в Россию, но на учет не была поставлена. Значит, что касается остальных номеров, которые были обнаружены, один из номеров принадлежит также автомобилю Infiniti белого цвета, который, скорее всего, используется легально. А этот комплект использовали каких-то, скорее всего, для совершения преступлений на территории города Москвы. В отношении задержанного пока составлен целый список административных протоколов за езду без страховки, документов и отказ от прохождения медосвидетельствования. Уголовное дело пока одно – за наркотики. Однако не исключено, что благодаря этому человеку полицейские выйдут на целую банду профессиональных автоугонщиков. Сергей Дрожевкин, Дмитрий Трудников, Петровка, 38.